о числе войн между Россией и Турцией. В этом зале любая иностранная делегация всегда ненадолго задерживается, ожидая сигнала, что российский президент готов к встрече. Для турецкой делегации время ожидания неожиданно подрастянулось. Эрдоган молчит и смотрит в одну точку, лишь изредка переводит взгляд в другую сторону. Министр иностранных дел Чавушоглу следит за временем и начинает рассматривать зал, в котором оказалась делегация. То же делает и зять Эрдогана, министр финансов. Министр обороны Турции, поправив свой галстук, оценил и внешний вид окружающих. И вот Эрдоган делает шаг вперед, аккуратно и незаметно за ним делают шаг и остальные. Помощники Эрдогана, оставшиеся чуть сзади, старательно складывают его пальто, чтобы не помялось. Красный шарф тоже, судя по всему, турецкого лидера, и вокруг него какая-то суета. Кремль. Внушительная турецкая делегация приехала с большим чемоданом, который ставит на стол рядом важные документы. Подходит к концу уже вторая минута ожидания в этом зале. В кабинет, где стартуют переговоры, входит и посол России в Турцию.